Всем привет! Снова готовлю в мультиварке, и сегодня я буду выпекать яблочную шарлотку. Для этого я беру 3 яйца. Я уже готовила, тоже можете посмотреть шарлотку, но выпекала в духовке. По тому же рецепту готовлю в мультиварке. Итак, взбиваем 3 яйца. Постепенно добавляю сюда стакан сахара. Ванильный сахар добавлю, разрыхлитель теста. Можно не разрыхлитель добавлять, а пол чайной ложечки соды гасим уксусом или соком лимона. Для этого также для шарлотки понадобятся яблочки. Яблочки желательно брать кислых сортов, тогда будет вкуснее. Но даже если у вас яблочко не кисленькое, можно взять кусочек лимончика и сбрызнуть немножко яблочки. Будет тоже очень вкусно. Щепоточку соли используем и 1,5 стакана муки. Итак, взбиваем яйца. Постепенно добавляем сахар. Добавляем ванильный сахар. И продолжаем взбивать. Добавляю щепотку соли. Добавляю разрыхлитель. Пакетик маленький. Так, и постепенно я буду взбивать и добавлять 1,5 стакана муки. Вот у нас получилось вот такое вот тесто. Ой, включила нечаянно. Вот. Как такая густая-густая сметана. Теперь это пока на минуточку оставляем в сторону. И контейнер мультиварки я уже смазала растительным маслом. Можно смазывать сливочным маслом. То есть тут уже на ваше усмотрение. И выкладываю кусочки яблок вниз. Итак, готово. Беру кусочек лимона и немножко я вот так сверху сбрызгну соком лимона. Будет вкусно. И теперь выливаем тесто. Сверху на яблочки. Разравниваем все. И теперь контейнер отправляем в мультиварку. Так. Накрываем крышкой. Ставлю режим выпечка на 40 минут и ждем до готовности. Итак, время вышло. Давайте посмотрим. Вот что получилось. Ну, видно, что верх такой очень светлый. Хотя видно, что пропеченное все. И с боков вот вижу такой вот красивый цвет по бокам. Только верх вот получается не такой, не золотистого цвета. Ну и выкладываем на блюдо. Посмотрим, что у нас внутри получилось. Вот такая шарлотка получается. Давайте я покажу в разрезе. Ну, еще горячие. Так.
Посмотрим, как она пропеклась. Но мне нравится такая воздушная, такая вот толстенькая получилась. То есть поднялась хорошо. Давайте посмотрим. Ну вот, видно, хорошо пропеклась вот структура такая. Замечательно. Мне очень нравится. То есть меня мультиварочка вот, ну, пока то, что я готовлю, пока мне очень все нравится. Вот так. Надеюсь, вам тоже было полезно это видео. Готовьте вместе со мной, смотрите мои другие рецепты. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!